Фантастически грациозная белокурая красавица на великолепном вороном коне, восхитительная маленькая девочка, динамичные породистые собаки. Каждая деталь этого полотна передана с бесподобным мастерством. Когда всадница Карла Брюлова была выставлена в Италии в 1832 году, она произвела фурор у местной публики и вызвала восторг критиков. Долгое время считалось, что шедевр изображает заказчицу произведения, графиню Юлию Самойлову, которую связывала с художником многолетняя дружба и к которой он, возможно, испытывал более глубокие чувства. Он создал огромное множество ее портретов, а также использовал ее образ в своих сюжетных картинах. Например, в знаменитом произведении «Последний день Помпеи» Юлия Павловна изображена аж 4 раза. Девушка с кувшином, разбившаяся насмерть женщина, мать с двумя дочерьми, а также женщина с семьей имеют одно и то же лицо – лицо прекрасной графини. Ну а что же всадница? Позже выяснилось, что здесь запечатлена не Самойлова, а две ее воспитанницы – юная Джованнина Кармина Бертолотти и маленькая Амацилия Пачини.